не поддерживаем таким образом их экономику, мы поддерживаем таким образом свою экономику, потому что когда вы инвестируете в какой-то инструмент, вы тем самым поддерживаете свою экономику. Вы не отдаете деньги, это не отдаете, а именно вы, извините, инвестируете, потом получаете на это доход. Поэтому вот это давайте экономического мракобесия не разводить, а американским банкам, во-первых, не то что запрещают, им не рекомендуют это. Но, в общем, я не помню, чтобы разница между рекомендацией и запретом – это принципиально разные вещи. Но и в целом в мусорные бумаги инвестировать, даже в мусорные бумаги и того же «Газпрома», которые имеют колоссальную волатильность, хотя мы их называем голубыми фишками, в общем, они сами, в общем, особо не сильно стремятся. Поэтому говорить о том, что кто-то инвестирует в 13-ю экономику мира, ну уж точно американские банки этим не развлекаются.